Доброго утра! Сегодня начинаем утро понедельника с двух рулетиков. Сейчас они поедут на Бондюэль поздравлять, ну, вернее, угощать, в общем, коллег. Мне кажется, очень красивые пухляши получились с клубничной начинкой. Доброе утро, сынок! Как поднять Афоньке настроение в понедельник, сынок? Как тебе поднять настроение? Я не знаю. Ну, а как ты в хорошем настроении оказался? Потому что есть еще время, да? Что сделать? Компьютер поиграть. Да, и сразу настроение поднимается. А если сразу идти в садик, то так настроения нет, да? Фонька тут играет, тут типа фермы, такой трактора, тут можно пахать, сеять. Чё, прыгаешь, что ли? Да, прыгаю. Спортом занимаюсь, бегаю. Бегаешь, ищешь трактор? Ну ты у меня спортсмен, сынок. Черника, пошли, пошли под навесик, уже просится есть. Пошли, пошли. Воробья вчера словила, да? А папа говорит, ой, как он быстро улетел, а вон от него, блин, одни перья остались. Ага, так вы уезжаете, да? Сейчас Афанасия повезет. А где мои шлепки? В комнате что-то нет? Вот. Бля, ага. Что черника кинзу нюхает. Кинза нюхает, думает, поесть кинзы. Пойдемте. Доброе утро, мама. Ага. Все, Афанасий, поехали? Давай. У нас тут уже яма сюда приближается. Для воды. А Фонька тут вчера споткнулся, да? По темноте бежал. Забыл. Как маме говорила, потемнело. Да. Поехали. Достаточно тепло у нас. Вот сейчас на часах мне показывало 18 градусов. Небо такое красивое, да, сына? Смотри, ну такое голубенькое. Не надо давить, это силикон, по-моему. А нет, это клей. Все, пошли. Давай, давай, давай. Все, Фонька взял с собой лейкопластырь, потому что он вчера поранил пальчик, а лейкопластырь ему ну очень помогает, да, сынуль? Только капельку он помог. Ну, сегодня больше поможет, да? Надо, да? А ты куда? Я тебя провожать. Все, пока. Такая прелесть. У Фоньки зарядка. Так классно. Черника помогает мне вязать щавель. Черника. Кс-кс. Все, везу Антоху в школу. Всем привет. Привет. Всем привет. Вот почему? Почему ты не пристегнут, сына? Мама, дай мне сказать. Так, ты сними портфель, пожалуйста, и пристегнись. Почему все так тяжело у меня? Да что там у тебя такого тяжелого, сына? Сейчас только что прошли танцы, уже школа. Да. А зато вечером отдыхаешь. Ага, мне потом завтра учить, блин, вечером уроки еще. Но сегодня не надо. Сегодня не надо. Но зато вчера я до 11 учила. Молодец. Я зашла в Пятерочку. Сейчас покажу, что купила. Яйца. Вот эти вот мои любимые лето. Так, что-то здесь как-то подозрительно мягко. Тут треснутые, походу, сейчас посмотрю. Так, дальше заглядываем в пакет разрыхлителя. Много разрыхлителя. Мой любимый разрыхлитель для пряничного теста. Вот такой вот доктор Эдкер. Взяла еще сливки. Вчера увидела рецепт меренгового рулета с лимонным курдом. Потому что уже свежие ягодки как бы подходят к концу, поэтому купила лимоны, сливки. Где-то здесь еще сливочный сыр.
И хочу сделать сегодня меренговый рулет с лимонным курдом. Попробуем, как это. Вот такими вот хризантемками мы поздравляли воспитателей. Они вот так вот в горшочке. И мне понравилось тем, что даже если кто-то не любит, ну, высаживать цветы, копаться в земле, то вот так вот можно поставить горшочек где-нибудь на улице, и будет уже праздничное настроение, и поливать его. Ну и потом, например, когда он уже засохнет, выбросить. Ну, да, если так вот происходит, хотя бы будет радовать. В общем, мне очень понравилось. Мы себе купили один. И там будут еще... Вот этот вот в горшке стоил 150 рублей. Но будут те, которые копанки, знаете, такие поменьше кустики, будут по 50. Но чуть попозже они еще не распустились. Но вот этот цвет, мне кажется, он просто... Просто такой осенний, такой красивый. Вот эта красотка теперь тут отдыхает под навесом. Да, черника? Черника. Гляньте, какого она стала цвета. Черепаха, вы говорите, да? Черепаший цвет. Да? Черепашка по имени Наташка. Ой, ой, развалилась. Я иду готовить ужин. Хочу картошку запечь в духовке с сыром, с чесночком и с курочкой. Я тут уже начала начала готовить лимонный курд. Нашла рецепт на YouTube, в интернете. Вот все ингредиенты, которые будут нужны. Хочу сначала его приготовить, этот лимонный курд, а потом, соответственно, меренговый рулет. Как раз лимонный курд остынет для начинки. В общем, у меня оказались очень сочные, очень-очень сочные лимоны. Танкокоры, вот в Пятерочке их брала возле детского сада. С двух лимонов я сняла цедру. И получается, вот полтора лимона выдавила и уже 100 миллилитров сока. А вот эти, конечно, оставлю, потому что, может быть, очень понравится. Сделаю еще просто курд, либо будем просто так с чаем пить. И вот это тоже в чайник брошу для заварки. Сейчас еще подготовлю желтки и сливочное масло, и сахар. И буду все это уваривать. Все вот эти вот ингредиенты, вот, не смотрите, это все такой черновой вариант блокнота. В общем, я просто записываю, писываю рецепт, если понравится, то выпишу его себе. В общем, все вот это вот смешать в посуде и венчиком помешивая постоянно уваривать до небольшого загустения. Вот я здесь смешала все ингредиенты и теперь постоянно помешиваю, увариваю такой а-ля заварной крем, знаете, на лимонном соке. В общем, как попробуем, если, в общем, все понравится, все пропорции вам напишу внизу. И меренгового рулета, и самого лимонного курда. И если вдруг... Вы не видели, у меня прям есть подробное видео, как я делаю меренговый рулет. Тоже оставлю ссылку на это видео здесь в описании. А пока мешаем. Та-да-дам! Меренговый рулет уже готов. В общем, что хочу сказать. Некоторые моменты пропускала, потому что была занята. Тут учили уроки. Такая достаточно жидкий этот лимонный курд. Нужно... посмотреть какие-то еще рецепты, но он классный, очень вкусный. Сейчас буду пробовать именно в сочетании с меренговым рулетом. Уже поставил в холодильнике, попробуем. Так, я сейчас ищу картинки для пряников, и у меня сегодня вечер пряников. Рекс к себе идет кушать, да? А Марта здесь. Ну, кашу они прям любят. Какая Марта молодец. Она Рекса тоже приучила есть кашу. Да, Сержень? Я говорю, какая Марта молодец. И Рекса научила кашу есть.
ты знаешь, семьи. In big family в большом отказка. Да-да-да. Так, что, кстати, хотела сказать про меринговый рулет. Для меня вот этот лимонный курд нужно добавить немножечко больше сахара. Для меня кисловато, но в целом очень нежно. Очень нежно. Но вот сахара я бы в следующий раз немножко побольше добавила. И все.